Приветствую вас всех на своем канале. Меня зовут Рик, и мы продолжаем проходить игру Heavy Rain. В прошлой серии мы узнали, что детектив, он и есть мастер оригами. А Мэдисон пошла спасать Шона, сына Итана. Только бы не опоздать. Так, Шон. Шон! Где Шон? Ты? Заброшенный склад в доках. Идеальное место, если хочешь, чтобы тебя не нашли. Тут никого нет. Он там, наверное. Должно быть, погиб при пожаре. Там, наверное, Шон. Ой, это решетки. Шон! Шон, держись! Сейчас вытащу. Ты нашла Шона Марса? Вон там, в колодце. Он тонет. Скорее, помогите вытащить. У нас и Норма подошел. Сзади! Норман! Как ты так мог, детектив? Такой добрый. А вот ты оказался маньяком. Ты куда бежишь? Тебе мне искать. Сейчас надо будет обратно. Он уже здесь. Нет. Не на ту кнопку нажал. Да. Какого хрена? Не говорите, что Мэдисон погибла. Столько. Времени она не могла все погибнуть, а сейчас погибнет. Даже от рук маньяка. Боже мой. Держись, малец. У тебя что, пистолета нету, что ли? Чтобы выстрелить замок. Вот давно бы уже. Давай, 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 Норман. Мы должны спасти Шона. А как так получилось, что он был на поверхности воды, а теперь внутри? О, черт! Он не дышит! Он не дышит! Давай, Мэдисон, давай, все-таки ты еще жива. Давай. О, я представляю, с такой высоты хрюкнуть, когда у тебя нога еще болит. Надеюсь, там выход есть. Давай, 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 давай. Надеюсь. Мы не попадем в ловушку. Опять. Давай, 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 Мэдисон, давай. Ты не должна погибнуть. Не хочу, чтобы ты погибла. Ребята, если вы слышите кошку, что мне орёт, у меня кошка загуляла, вторая. Да, у меня две кошки. Ты! Отбивайся, отбивайся. Еще немножко осталось. Зачем мы сюда залезли? Ты в ловушку так сама себя загнал. Давай, давай. Искусственное дыхание делай. Это... Ну же, дыши. Как бы сердце дыши. Тоже делай. Массаж сердца.
еще и на камеру снимал. А, ну да, в принципе. Он же смотрел, как... Он достал кошку. Пошел вон. Извиняюсь, ребята. Ты жив, Шон. Ты жив. Все хорошо. Хорошо. Ну что ты будешь делать теперь? Нафиг ты сюда побежал? Если было бы оружие. Выходи оттуда. Да уже все заблокировал. Ей больше всех попадает Мэдисон. Успел подоспеть Норман. Это все. И на этом жизнь закончилась. Скотт Шелди. Обратно пойдете, сидите там, не дай бог свалитесь. К всеобщему облегчению, полиция сегодня объявила, что Шон Марс найден совершенно целым. Приз получен, ребенок спасли. Мальчика держал. Приз получен, герой Хэвери. Мастер оригами. Успешное спасение мальчика стало возможным лишь благодаря профессионализму Нормана Джейдена, криминалиста ФБР, присланного в помощь полиции. Передовые технологии и следовательский талант позволили ему вычислить убийцу. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу, такое так лицо называемого Скотта. Мастера оригами. Скотт Шелби, белый, бывший лейтенант полиции, он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Шелби был убит в ходе проведения полицейской операции, однако подробности событий пока не уточняются. Вот хорошо, никого не убили, Итан. Так бы еще за убийство. Когда бы сели точно по полной. Можете идти. А так, ну, на наших руках нет крови. Да, мы это сделали. Шон просто не мог дождаться. Я спасибо. Подумала, ты будешь рад его видеть. Конечно. Грейс. Надеюсь, помирится он с Мэдисом. Прости меня. Обещаю, что больше от меня не уйдешь, пап. Обещаю, сын. Больше никогда. Ходят слухи, что наши сегодняшние гости скоро получат пулитцеровскую премию за серию блестящих статей о расследовании дела мастера оригами. Благодаря вмешательству отважной журналистки был вычислен и обезврежен опаснейший преступник и
спасена жизнь ребенка. Давайте поприветствуем женщину, героизм которой общество никогда не забудет. Мэдисон Пейдж. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Упорная и целеустремленная. Так описывают вас газеты. Несомненно, именно эти качества помогли вам вести это нелегкое расследование. И все же признайтесь, неужели вам совсем не было страшно? Да, конечно. Было страшно. Хэви Рейн. И книгу написал. Мастер оригами. Мэдисон Пейдж. Спасибо, мисс Пейдж. Я восхищаюсь вашей смелостью. Спасибо. Денег, бабла, куча это работает. Побольше бы таких журналистов, как вы, мисс Пейдж. Хорошо, что вы поймали этого ублюдка. Спасибо. Как вас должен же Итан. Блестящее расследование, мисс Пейдж. Должен Итан прийти к ней. И не должны помириться. Нужен противник посильнее. Более жестокий. Так, это мне что-то не нравится. Еще один маньяк. Или Скотт выжил. Попал на этой неделе на обложку «Мира сегодня» и признан всей страной новым героем нашего времени. И недаром он почти единолично положил конец серии жестоких преступлений, совершенных мастером оригами, и спас мальчика по имени Шон Марс. Его решительность и острый ум заслуживают восхищения. Норман Джейден. Да, я так и догадался. Все-таки хочется больше не принимать наркотические вещества. Что за танчик? Что за танчики? Мы что, играем в танчики? Все равно видит. И что это значит? Обманул тебя, Лорен. Он и оказался маньяком. Ты убил моего сына, Скотт. Ты вспоминал об этом, когда обнимал меня. Не знаю, зачем ты все это сотворил. И ничто не может тебя оправдать. Как же я презираю тебя.
Я тебя презираю. Правильно, нормальная реакция у нее. Она же сама в шоке была от этого Скотт Шелби. Все-таки его похоронили? Или мне кажется, там пустой гроб, и на самом деле он живой остался? А может и нет, может и правда. Может так не... Здесь застрелил. Ну что, ребята, на этом наша игра закончена. Мне очень понравилась игра. Это студия Quantic Dream. Супер молодцы, что такую игру сделали. Даже 8 лет тому назад. Она превосходна просто. Побольше таких игр от Quantic Dream. Что мне понравилось? Detroit. Что вот Heavy Rain. Конечно, я еще не играл за гранью, две души. Но мне кажется, то же самое. Она суперская игра, наверное, будет. Ну, эта игра, это превосходит. Да, Детройт немного получше. Более интереснее. И более красочный. Но это тоже в своем роде интересное. Здесь, оказывается, два маньяка. Не в каждой игре такое присутствует, что маньяки окружают. Да, поначалу я думал, что маньяк, мастер Эльгамай, два человека. Это Итан, то, что у него провал памяти. Думал, что он все-таки второй я там открывается, и он начинает это все убивать. И вторую я думал, что это Норман. Агент ФБР. Тоже у нее такие какие-то провалы памяти. Это не провал памяти, а то, что у нее начинается кружение головы, что он чуть не проваливается куда-то и принимает наркотики. Но оказалось, нет. Я не ожидал, честно говоря, от того, что это окажется детективом Скотт Шелби. Он, в принципе, полненький, добрый. Даже на него не подумать. Но правильно говорят, маньяки скрываются под добрыми, добродушными людьми. Что никогда вы не узнаете, что это маньяк. Это было неожиданно, да. Я знаю, что в многих версиях Мэдисон погибла. У меня она не погибла. Вы сами видели. Она дошла до конца. У нее она написала книгу, которую сейчас заработают немерено бабла. Это получил премию. У нее как бы налаживается. Конечно, не показали Итана, что он с Мэдисон будет. Нет. Нам показали в конце, что он будет с Грейсом. Мне так кажется. А может, он один будет, не знаю. Что получил Норман? Норман получил тоже, что он был прав. По отношению то, что другие думали, что он не прав, что его хотели выгнать. Но он оказался прав. Он спас ребенка, он стал героем. Что в конце, там, типа того, что надо вам другого, это, как Мэдисон сказали, что вам надо посерьезнее и помощнее убийца. Но это мне так кажется. Может, я не прав, может, прав. Но мне кажется, что Скотт Шелди все-таки выжил. И на самом деле там похоронили другого человека. Или вообще там гробов нет. Не знаю. Но мне кажется, надо ожидать вторую часть. Если, конечно, она будет. Ну, что еще мне сказать? Прикольная игра. Если кто-то захочет ее все-таки поиграть, я советую поиграть. Вы ничего не потеряете. Она просто суперская игра. И атмосфера, и графика. Все это, и озвучка превосходная. Как будто и правда реальные люди. С такими, ну, как бы нереальные, но как бы герои в компьютерных. Как будто и правда они так говорят.
что на самом деле к ним подходит это, голоса. Что мрачные, да, превосходно сделано. Просто респект Quantic Dream и респект директору Дэвиду Кейджу. Просто на будущее поделайте много интересных игр. Нам очень нравится студия Quantic Dream. Ну, ребята, мне уже больше нечего сказать. Давайте, на этом я закончу. Спасибо, что вы смотрели все серии. Кто за это время подписывался, ставил лайк. Всем вам огромное спасибо. Увидимся уже в других прохождениях. С вами был Рик. Всем пока. Ребята, дождитесь до конца. Может, все-таки будет ролик. А может, и не будет. Ну, всем пока. С вами был Рик.